Сергея соло, тоже одна из новых песен, и тоже написана на мое уже не очень новое стихотворение, которое тоже уже успела своей жизнью пожить. Тема жизни и смерти как бы рано или поздно начинает каждого волновать, но мы понимаем, что как бы наше бренное тело не вечно, но дух вечен. На земле закон неумолим. Все вокруг рождается и зреет, плодоносит, вянет и стареет, уступая первенство другим. Строгому закону покорясь, тот же путь всегда проходят люди. И конца, и старости страшась, свято веря в истинность иллюзий. Но когда достигнута черта, за которой все слабее тело, внешняя уходит красота, нет зато у мудрости предела. И мирами высшими влеком сбросит дух земное покрывало, и твое бессмертное начало расцветет невиданным цветком. В этом теле мы
что смерти не подвластно, то, над чем бессильно время совершать свое возмездие, что лежит вне измерений, выше солнца и созвездий, что ведет тебя по свету, так задумано творение. И за гранью жизни этой, и за гранью жизни этой, продолжая тему огня, тему солнца, которая сегодня уже у нас звучала, ну, хочется сказать, что этот огонь, это солнце, этот край света, эта грань между мирами, этот вход в божественный мир находится внутри каждого из нас. Это наше сердце. Поэтому следующая песня «Сердце мое». Небо вырвалось из берегов, запуская лучистый зонт. Чередой исполинских шагов кто-то вымерил горизонт. И от взгляда бесчисленных глаз из космического лица открывается здесь и сейчас вдохновенная мысль Творца. К дальним высям дрожащий дух норовит совершить прыжок, одарив тишиною слух, кто-то сердце мое зажег. Сердце мое
Спасибо. Ну, в общем, тут на этом можно было бы и закончить. Но мы приготовили такой тихий финал. Обычно финал такой громкий, да? Мы уже проверяли, что это получается необычно. Тихий финал. Вот песня тоже с альбома «Полет над бездной». Эта песня такая небольшая, как бы зарисовка, как бы вот окошко приоткрылось, или вот как там солнышко спряталось за тучами, вдруг раз, показалось и ушло. Раз, мелькнуло и нет его. Вот как бы ты что-то подглядел, а больше тебе нельзя, как бы больше тебе не дано. Вот такая вот зарисовочка это. Там на альбоме она звучит тоже со скрипочкой, поэтому мы ее всегда тоже где-то там за кадром слышим, эту скрипочку. И таким эпиграфом к песне мы выбрали тоже слова из книги «Криптограммы Востока». Белая гора, где твое беловодье? Возьму посох кедра, окручусь белой одеждой, поднимусь на белую гору, у нее спрошу, откуда пошла белая вода? От горы, от самой вершины показались 40 сороков вершин, за ними светится белая гора. Камень ли горит? Тайна обозначилась. Пойдем, братья, на тот свет сияющий. Невиданное увидено, неслыханное услышано. На белой горе стоит град, звон слышен. Петух в срок закричал. Удалимся в город и послушаем книгу великую. За хрустальную горой,
Видимо, пришло время Романа Рояна спеть ту самую песню, которую, благодаря которой мы познакомились с ребятами из Нового Акрополя. То есть как бы через эту песню. Вот тема общая такая, точка соприкосновения, которая возникла вот у меня совершенно независимо. Вот через эту песню все началось. Этому не надо рассказывать, что это, про что это. Это будет сейчас понятно. Спасибо. Спасибо всем.
пятницу, 14 числа, будет лекция «Как пробуждаются внутренние потенциалы человека». А затем 30 числа будет практические занятия по пробуждению наших внутренних потенциалов. Если интересно, там есть программа, где возьмите и читайте. Спасибо огромное. Всем здравствуйте. Еще можно будет взять диски. Да, ребят, присоединяйтесь, можно выжить. Мне кажется, самый лучший подарок. Спасибо. Спасибо. Давайте с ребятами, с цветами. Давайте еще раз потом еще с вами сфотографируем. Да, да. Давай. Да, нормально.